Друзья, всем привет. Движусь потихоньку. Начал. Сегодня затрамбовали, тут выровняли. Шприц начал завозить. Ну и можно будет его потом затрамбовать и дальше двигаться. Тут все уже доделано. Только шприц завести. Спереди вот так вот пока. Пока еще ничего не продвинулись сильно. Здесь траву буду убирать, пленку постелить, агроволокно и засыпать. Ну, а тут вот шприц. Таким образом, 5 сантиметров. Хочу его еще протрамбовать. Потом еще подсыпать и стянуть. Наконец-то просыпал. Затрамбовал, стянул, еще раз подсыпал тоненько совсем. Ну и буду сейчас клинкер ложить. Так, клинкер положил сегодня. Теперь надо кусочки нарезать и заложить. Ну, здесь вот уже эту сторону заложили. Здесь тоже проложили все. Ну и здесь проложили тоже. Ступеньку сделали, заложили. Следующий этап у нас здесь бордюры поставить. Ну и тоже песок трамбовать, шприц и все дальше делать. Теперь нам надо будет просыпать швы, протрамбовать, опять просыпать, еще раз протрамбовать, и на этом дорожка будет закончена.